День защиты детей отметили в округе не только солнечной и жаркой погодой. На главной площади столицы развернулось широкое гуляние. Виновниками праздника стали дети, детсадовцы и школьники, мальчики и девочки, брюнеты и блондины. Все они разные, но объединяет их одно – желание быть счастливыми. День защиты детей – что за праздник? Это праздник, когда взрослые дарят там детям подарки, защищают их от врагов и хулиганов. Потому что они хотят, чтобы их дети росли хорошими, добрыми и были всегда счастливыми, чтобы дети считали их сами лучшими родителями. Вот ты сегодня счастлива? Очень. Такого праздника в День защиты детей Нарьян-Мар еще не видел. На огромной площади не было места взрослым. На велосипедах и роликах, на коньках и заботливых родительских руках отовсюду прибывали дети. Дети как дети, но изюминка в них все же есть. Я думаю, что они, наверное, как все северные люди, более добрее и очень открытые и наивные. И пусть как все дети должны быть всегда добрые они у нас, наши детки, наши северные. Во всем остальном наши мальчики и девочки не отличаются от любой другой детворы. Ирина и Виктория любят играть, получать внимание и ласку родителей. Мама Юлия не скупится на такие подарки дочкам. Детство не так уж длинно, чтобы лишать ребенка быть счастливым. В первую очередь хочу пожелать здоровья всем детям, всем. Потому что когда дети болеют, мне кажется, у родителей даже нет настроения. Чтобы все были здоровы, счастливые, чтобы у всех были, естественно, родители и мама, и папа. Так как у нас мама и папа, мне кажется, у нас ребенок счастлив. Чтобы порадовать детей, организаторы праздника устроили мастер-классы под открытым небом. Сделать сувенир из камешка своими руками, слепить картину из соленого теста мог каждый. Тем, кто в статике предпочитает динамику, устроили велопробег. В этот день детям разрешено многое. И наша общая задача работать так, чтобы процветал город, процветал округ. И вот эти маленькие детки, которые сегодня стоят на площади, уже завтра пришли к руководству заводами, фабриками, предприятиями, округом и нашей страной. Чтобы дети округа росли здоровыми и получили необходимые знания и умения, в регионе созданы все условия. И задача родителей – воспользоваться ими и поддержать своих детей. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север».